Нужно молиться, чтобы ребенок вылечился, и ты тоже. Я слышал, что нужно молиться, чтобы ребенок излечился, и чтобы ты тоже излечился. То есть есть тут две просьбы. Когда ребенок болен, нужно просить, чтобы он был здоров. Так каждый человек просит, если у него вдруг ребенок, не дай бог, болеет. Но тут мы добавляем, что и нужно просить за себя, чтобы я тоже изменился и стал местополучающим, отдающим, как свет, как высший свет. Так вот это вот сочетание двух просьб, это та точная вещь, которая должна быть, когда приходят ко мне плохие вещи, чтобы сама вещь измениться на хорошую, чтобы я тоже изменился в хорошую сторону. Да. И, в общем-то, это та вещь, которая отделяет, то есть отличается. Спасибо.